Спасибо большое. И отдельное спасибо звукорежиссеру. С таким звуком играть буду играть. Но пора нам заканчивать. Я приглашаю на сцену Ульяну Григорьеву. Выходи. А Диму, да, не пригласили, но он сам пришел. Девчонки, вы будете с нами? Конечно. Ну, смотрите, выходите. Это песня известного... Быстро хотела сказать, где регги зародился? В какой стране? На Ямайке. Регги родилось настоящее. Мы не знаем. Не на Ямайке, на Грушинском фестивале. Конечно. Это известного ямайского барда Олега Витяева. Песня, вы ее знаете тоже. Можете ее радостно подпеть. Мы поем 2 куплета, а потом снова первый, потому что мы не поем грустные куплеты. Очень все просто, просто очень. Особенно припев. Приходите к нам. Всего хорошего. Спасибо, что были с нами.